Пара из Ростова-на-Дону, из Кирова. Ученики Ольги Рябининой. И четвертого уровня. Замедленно в другую сторону. А кататься стали лучше. Отлично работает, и будет у нее результат. Я в этом уверена. Вот по сравнению с тем, что я видела летом, да, и сейчас, это огромная разница. Это практически катается другая пара. Так они накатались. Ну, а что так было с ними хорошо и правильно работают. На этапах серии Гран-при, где они падали с поддержки, прям вот как подкошенные. Совсем другое дело. Да, молодцы. Я, честно говоря, даже удивился, что так вот у них твизл подсел. У них вроде не было такой проблем с этим твизлами. Да, медленно очень в него зашли. Разовые, тут буквально что, да, разовые, да, буквально что выстаивали. Вращение четвертого уровня. Большие сложности уже делают. Вот вижу чистые элементы, там чистый чиктао. Понимаете, проскакивает вот эта прекрасная поддержка. Они с нее, кстати, падали на этапе. Не успела она зацепиться. Он начал качаться. Но это все сложно. Вообще непонятно, как она держится, если честно. Ну, понятно, это вам, Вась, непонятно, мне-то понятно. Нет, ну, чисто теоретически понятно, но нужно разобраться. Учились, да.
после твизла и понесся танец. А главное дело, что на стадионе он выглядит в темпе и в таком... Угу. Не то, что это какое-то казенное катание. Очень хореограф, очень хорошо. Там в Ростове хорошо работают хореографы, и школа вообще хорошо работает. И вот видно, это первые ласточки. Хореограф Наталья Мичура у них. Да, ее хочется поздравить тоже, потому что видна работа. Они, конечно, в стиле. Да, да, вот какие классные сидят, да. А их тренер готовит, выпускает в следующую пару. Поэтому она не сидит с ними. Вот она стоит. Следующей парой будет Ольга Гмызина и Иван Лобанов. Девчонки все такие красивые у нас. Результат пары Юлия Слобина. Алексей Сидин. Получают 24,16 за свои технические элементы и 21,69 за компоненты программы. Итого 45,85. Пока это их не лучший результат на юниорском гран-при. В прошлом сезоне они получали больше. То есть еще не дошли до своего лучшего проката с этой программой. Набрала 74,84. Это четвертый результат.